Так, давай, значит, сыграем 2 против 2. 2 на 2 еще раз. Ага. Ага, Катюшка. Ну, поехали. Поедем, посмотрим. Так, я здесь пока встану. Остановлюсь. И попробую кого-нибудь прожарить. Ах ты, гад, смотри, что творит. На тебе. Тоже эти огня сейчас зафигачу, много. Так, все, подлечился. Будем ждать, пока они сюда поедут. Давайте. Во. Так, вот там. Да, смотри, они оба сгорели. Слушай, а где этот был, дружище мой? Че он так долго где-то бегал? Так, открываем сундучок, посмотрим, что там лежит у нас. Так, ладно. Жнеца прокачиваем. Эх, давайте пойдем в классический, схватка с боссом. Я выбираю себе Феникса. Так, едет босс. Удар грома. Так, здесь мы сейчас сюда встанем. Будем его прожаривать. Ох ты. Стреляет. Да давай, едь сюда уже быстрее, дурачок. О, все, сгорел. Очень быстро, кстати. Следующая армада. Так, она опасна. Армада, так что мы немножко назад отъедем. Подождем 3 секундочки и поедем вперед. Да, все. Можно прожаривать теперь его. Готов. Уничтожили. Так, это тоже, дядька, опасный легион. Все, мы сейчас немножечко отъедем сюда. Подождем, когда он подъедет. А, все. Все, подъезжает, подъезжает. Можно теперь жарить его. О, есть. Уничтожили. А, следующий дядька Кнут. Но он не так опасен. На самом деле. Ох ты, стрелять начал. Смотри, гад какой, а. На тебе огня побольше. Есть, уничтожен. Так, вертолетчик пошел. Гонец ада. Так, на, прожариваю тебя. Еще немножко. Готов. Все, уничтожили. Следующий вертолет такой же самый. Бомбардир. Он немножко поопасней. То, что он бомбардир, конечно же. Ого. Ладно, давай еще, 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 еще. Опа, все, взорвали. Здорово. Следующий танк у нас лазерная пасть. А, это по правде слабый танк. Он мне не страшен. Ждем, когда он подъедет уже. Все. Так, он уже, смотри, приготовился стрелять. Давай, 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 едь вперед. Ждем. Ждем, ребята. Все, жарим, жарим. Прожариваем. И еще немножко, готов. Все. Мы его уничтожили. Следующий у нас повелитель. Это НЛОшка, которая стреляет лазером. О, она прожарит меня сейчас немножко хорошо. Так, только один раз? Нет, да, да-да-да. Все, успели мы его уничтожить. Хорошо. И пошел у нас второй круг. Удар грома. А заработали мы уже 600 монет. Надо две волны хотя бы придержаться, чтобы заработать 1000. 1000 монет. Может быть, дольше продержимся, не знаю. Так, сейчас прожарим его. Давай, 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 еще немножко. Есть, готов. А, с каждой новой волной нам дают больше монеток. Так, этот чувак, я его не сильно люблю. Так что мы здесь немножечко подождем. А, все, можно ехать теперь. Прожариваем дядьку этого. Ух ты, попал в меня, да? Да ё-моё. Ну, давай еще немножко. Все, готов. Уничтожили. И у нас идет легиончик. Ну да, на повтор все пошли. Так, посмотрим, сколько он мне денег даст. Итого у нас 819 монет сейчас. Опа! Так, стоять. Стоять бояться. О, прожариваем отсюда. Есть. Так, 819. Ну, 100 монет где-то дает. Да, каждый танк.
100 монеток. Кнут. Ох, начал стрелять. Смотри, он забраться не может. Это плохо. Давай уже поднимайся сюда. Дурачок. Ой, дурачок. Смотри, чё, смотри, какую тактику, да, взял. На, я тебя отсюда буду убивать. Все, убили. Очень нехорошо мы встали, потому что здесь у нас танки будут стрелять в нас. Ладно, давайте мы его сейчас прожарим. Так, назад отъедем сюда, вот здесь станет наше коронное место. Здесь они нас не должны достать. Есть. Все. Ребята, уже 1000 монет есть. Это хорошо. Так, бомбардирчик остался. Так. Давай, дружище, еще раз. Мы тебя прожаривать будем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо в меня попал. Ну, я думаю, надеюсь, сейчас мы его, в принципе, уже прожарим. Есть. Так, срочно подлечиться надо мне. Тем более сейчас идет всего лишь лазерная пасть, он мне не страшен. Сейчас подлечимся. Вот, не сильно, конечно, подлечились, но ладно. Ждем, пока он подъедет поближе. Так. Все, теперь можно атаковать. Теперь можно смело идти стрелять в него огнем. Все уничтожили. Почти что 1500. Так, этот друг, повелитель, нам тоже опасен, потому что он нас начнет нас сейчас жарить. О, приготовился уже стрелять. Лазером пробивает. Успеем ли мы его добить? Нет, не успели. Ждем лазер второй. Да, либо они немножко сильнее становятся, или что-то я не понимаю. Но платят за них хорошо. Хорошенечко дает уже 1600 у нас. Так, попробуем до 2000 дойти, заработать. Так, вот этого сейчас грома прожариваем. Вот смотри, он не может забраться. Он тратит время. О, залетел. Но это его не спасло. Да, почти что 2000 у нас, почти что. Армада. Так, отъедем назад немножечко, подождем здесь. Пока он подъедет, армада. Все, едем. Опа. Так, сейчас назад он отскочил. Гад, ой, гад. Он сейчас здесь будет тупить, тормозить. Ох ты, ё-моё. Так, отходим назад, он там встал, ему там хорошо. Он никуда не спешит. Ладно, ну и мы не спешим никуда. Но пытается заехать, пытается. Но не получается у него все время. О, вот этот поопаснее уже легиончик будет. Залповый огонь. Типа Катюша. Это танк Катюша, можно так сказать. Так, о, все, поехали. Поехали. Встанем здесь вот. Здесь мы хорошо стоим. Ну давай, поднимайся, друг. Еще немножко осталось. Все, готов. Ну вот, уже 2000 монет у нас. Хорошо. Так, кнут, бабушка. Бабушка. Это танк-бабушка, которая пирожки привезла. Ох ты! Ладно. Старенькая бабушка заехать не может. Будем его отсюда выгасить. Ой, так он все эти пирожки бросает и бросает. Ему нравится. Все, готов. Вертолетчик. Да, не знаю, я выживу я тут или нет. В этом месте нехорошем стою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой он мощный. Вертолетчик. Давай спрячемся здесь. Вот сюда встанем. Подождем его. Так, осталось-то совсем чуть-чуть ему его прожарить. Он меня уничтожил.